аромат Creed Love in Black, любовь в черном. Парфюм был выпущен Оливером Кридом в 2009 году. Это головокружительный аромат, в центре которого играет главную роль именно фиалка. Причем здесь фиалка не припудренная, не сухая, а влажная, которая растет, будто на поляне, где только что прошел дождь, а эта поляна находится в густом темном лесу. То есть прям влажная такая насыщенная фиалка. Вообще аромат вышел к 40-летию годовщины свадьбы Жаклин Кеннеди и Анасиса. Поэтому это достаточно взрослая женственная композиция, прекрасный подарок для женщины 40-45, даже, возможно, 50+. Здесь помимо фиалки мы встречаем свежий жасмин, ноты мускуса. Они прекрасно обрамляют фиалку, не дают ей полностью разойтись в стороны. И этот аромат про любовь, про зрелую любовь, про взрослую любовь, про опыт. Поэтому, дорогие друзья, если вы ищете аромат на подарок взрослой женщине, обратите именно свой взгляд на аромат под названием Love in Black, любовь в черном от Creed.